друзья, как всегда, начнем с писем. Это 176-й вебинар. Я думал, с какого места начать. У меня еще на 10 вебинаров материал, причем половина из них ваши письма. Вот. Короче, мое пожелание такое. Я желаю, чтобы у вас вот это вот царила дружба в саду, чтобы не зря этот сорт называется медовый. Видите, что делается? Эти яблочки попорчены были. Вот. Я с любовью смотрю на божьих коровок. Божьих. Мне нравится слово божьи коровки. Вот. Ну, желаю вам таких же садов. Вот, вы лишний раз убедились, вот это вот, видите, 16 сентября, это мой фотоаппарат фотографировал, это во мне фото украденное в интернете. Вот, поехали. Иван Мошкин. Вот и весна приходит на Урал. Под Екатеринбургом снег начал активно таять. Откупал деревья, снял укрытие. Заметно, что холмики за день оттаяли. И вот ради этого в ямках, хоть и небольших, все равно стоит лед. И лед этот больше от талой воды. Он образовался еще под снегом. Яблони начинают просыпаться. Так. Вот Иван Мошкин наш человек. Уже можно где-то у себя там где-то, может это районный центр, может это город, как такие случаи есть, правда, единичные, что наших уже приглашают. Вспомните Бакарова. Приглашают с лекциями. Вот бы он пользу бы принес, какой Иван, если бы вот это бы людям объяснил. Мы зачем-то ходили в школу. И в школе нам объяснили. Лед при замерзании расширяется, вот, обладает страшной силой и ломает металл. А здесь всего лишь кора, нежная, живая кора. Молодых деревьев особенно. Вот. И я вам опять показывал, доктор наук выкопал яму. Ладно, под яблони. Но еще и для груш, так и было через запятую. Вы видели, как садят персики в яму. Вы видели, как садят абрикос, крупнейший плодопитомник России. И там же у него как бы ученые статьи. Да. И вот, пожалуйста, вот это прямо фильм, а в фильме вот яма полная воды, и торчит жалкий этот абрикосик. В общем, пока ничего, как говорится, лед не тронулся. Как говорил Остап Бендер, вот, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Не отбираться. Пойдем дальше. Спасибо, Иван Мошкин, вот ради вашего наблюдения, это значит, я не один. Вот. Это вы уже увидели. Ну, доктора пока не видят. Пока не видят. Меня больше удивило, когда этот доктор взял лопату и сам посадил саженец. Посадил яблоню. Я вам все это показывал. Фотографии показывал, фильм показывал. Вот. Взял лопату, выкопал яму, посадил в яму, сделал бордюр. А потом саженец не обрезал вот целиком, да? Жалкие корни, да? И вот такая страшная рана вместе прививки. Причем такое впечатление выбрал самый паршивый саженец для посадки, чтобы у людей привыкли глаза к тому, что росток может быть такой. А рядом, когда отрезали после прививки, пошел росток, отрезали этот самый подвойный. Вот такая рана, вот такой росток. И все это рядом. Вот это и есть совершенно еще наука. И тогда я взял и вспомнил анекдот. Я его даже нашел в интернете по двум словам. Итак, сегодня в переходе станции метро «Белорусская» состоялась встреча выпускников, купивших здесь дипломы 5 лет назад. Очень современный анекдот. Вот. Как люди не знают, что это сгнивают в этих ямах, сгнивают деревья. Я до сих пор не вырубился. Я таких видел ни одну уже... Ну, может, 100 не видел, но 50 видел. Король Константинович приезжает, абрикосы погибли. Вот так вот. А там смотришь, у них в основании мертвого абрикоса вот такие вот полоски белые. Белеса-белеса, полсантиметра пропуск, белеса-белеса. Это значит, высыхал постепенно, вода высыхала. и замерзала, высыхала, замерзала, и понижался ее уровень. Ну, поняли, да? Я бы, и не вы, я бы уже 100 раз про это говорил, но я все надеюсь, может, нас все-таки прибавится, пока почему убавляется, несмотря на мои призывы рассылать ссылку по знакомым. Так, в общем, анекдот послушали, надеюсь, вам посмеялись. И вот Мошкин прислал вот эту фотографию, подтверждение своих слов. Так, Акчурин, один из моих старых кадров, значит, написал мне письмо сегодня же. И там был один вопрос, ждал пояснения на вебинаре. Не успели, вот только сейчас письмо пришло. И там тот же вопрос, надо ли откапывать или ждать, пока растает. Абрикосы откапывайте, груши откапывайте, остальное может ждать, пока растает. Но когда снег садится, если саженец целиком под снегом, он его так ломает. Вот так, такой змейкой, похожей на молнию. Так что откапывайте. Вот. Дальше мне, по-моему, он же Иван. Да, вы мне прислали вот эту фотографию. Ну что, поздравляю, что-то взошло. И раз вот так нарисован, то есть вот так сфотографирован, наверное, она была под землей. Наверное, она начала вылазить из земли. Так, наверное. Вот. Посмотреть бы с нескольких ракурсов. Но все равно поздравляю. Я вижу живой проснувшийся абрикос.